Выставка открылась в арт-медиа-центре «Родина». Нина Киселева принадлежит к числу ведущих сочинских художников. Она автор пейзажей, портретов, монументально-декоративных произведений, участник российских, региональных, краевых выставок. С 1967 года она живет и работает в Сочи. На выставке представлены рисунки, сделанные в поездках по России и Средней Азии в 80-90-х годах. Они выполнены в разных техниках и разными материалами – тушь, карандаш. 8 графических листов находятся в коллекции Сочинского художественного музея. Yeah.